Здравствуйте. Сегодня мы с вами рассматриваем продукт корпорации «Сибирское здоровье» для антипаразитарной чистки нашего организма. Это называется Тригельм. Ну, то есть это трехфазная антипаразитарная программа, состоит из трех частей: активация, санация, фиксация. Смотрим, что у нас, что он делает. То есть это растительный комплекс. Вот, смотрим первая часть. Активация. Это сложный растительный комплекс, обеспечивает подготовку кишечника и желчевыводящих путей к активному антипаразитарному воздействию. Вторая часть. Это мощный комплекс противопаразитарных компонентов. Противопаразитарная активность обеспечивается за счет активных веществ и эфирных масел пижмы, фенхеля и золототысячника. И третья часть. Это комплекс для восстановления микрофлоры кишечника и плавного снижения антипаразитарного фона, не допуская токсичного воздействия на организм и способствует уничтожению остаточных паразитов. Вот, то есть что вообще этот комплекс делает? У нас у всех с вами есть всякие паразиты внутри, червячки там всякие и так далее. Можете в интернете посмотреть, если интересно. Вот этот комплекс очищает наш организм от этих паразитов, которые нам, собственно, не особо-то, наверное, и нужны. Состав растительный, то есть смотрите, здесь состав первой части, второй части, третьей части. Все здесь написано. Вот, смотрим, значит, смотрите, что у нас здесь снизу написано. То есть система качества, вот это вот ISO, это международный стандарт качества. То есть все в соответствии с этим стандартом качества делается. Давайте посмотрим, что у нас внутри здесь находится. Значит, здесь ложечка мерная. Дальше инструкция. Сейчас смотрим, что у нас здесь в инструкции. То есть подробная инструкция, что и как делается. Вот давайте сейчас более подробно, сейчас вот поближе рассмотрим. Значит, смотрите, первый этап идет подготовка 2 дня, первый, второй день. Идет по формуле, по первой формуле. Вот. Следующие 4 дня. Создание антипаразитарного удара. Здесь используется первая формула и вторая формула, вот, санация. Следующие 8 дней используется первая формула, вторая формула и третья формула. Последние 2 дня используется уже только последняя, третья формула. То есть что, как, сколько принимать, внимательно читайте. То есть, допустим, здесь вот написано паралакс, формула 1. Вот первые 2 дня принимается по одной капсуле 3 раза в день во время приема пищи. И все остальные тоже смотрите здесь, по сколько капсул, сколько раз в день принимается. Вот, то есть, давайте смотрим, что здесь написано. Тригельм – это трехфазная антипаразитарная программа, предназначена для коррекции основных кишечных паразитарных заболеваний и активного противодействия паразитам желчевыводящей системы. Преимущество. Максимальное поддержание нормального состояния желудочно-кишечного тракта за счет трех ступеней воздействия. Безопасный натуральный растительный комплекс. И смотрим, что у нас здесь в коробочке еще находится. Здесь находится у нас вот много капсул. Вот, и смотрим. Здесь вот у нас первая написано вот один. Паралакс, формула 1. Еще однерка. И 4 упаковочки. Это уже вторая формула. И также по третьей формуле. Это вот такая вот баночка. Здесь тоже фиксация. Давайте по капсулам посмотрим. Вот, то есть смотрите, здесь вот капсулы находятся. Сейчас откроем. Вот такие вот капсулы маленькие, которые нужно глотать, запивая водой.
Вот строго по инструкции, то есть читайте инструкцию. И в этой баночке у нас что находится? Сейчас давайте посмотрим. Она тут запечатана. То есть все сделано по-настоящему. Не в подвале где-нибудь. Все на большом производстве делается. И давайте посмотрим. Сейчас распечатаем прямо баночку. И посмотрим, что у нас тут внутри. Аккуратно ножом это открываем. И там внутри. Ну, такая вот там вот штучка находится. Сейчас посмотрим ложечкой прямо. Тут специальная мерная ложечка. Вот. Вот то, что там внутри находится. Это уже третья часть. Вот так вот. То есть, будьте здоровы, пользуйтесь на здоровье, очищайтесь от паразитов. Всего доброго. Подписывайтесь на наш канал.